13 июля в России отмечается День почты. К этому дню республиканский филиал Почты России выпустил несколько серий открыток. Одна из них посвящена чувашским художникам и их творчеству. Наша съемочная группа выяснила, какие картины попали в необычную серию. Отправить другу в другой город не электронное послание, а самую настоящую открытку с красивым изображением. И выбрать для этого одну из этой серии. Картины чувашских художников, представленные в художественном музее, теперь стали мобильными. И эта акция стала настоящим подарком музею. В этом году ему исполняется 75 лет. Отобрали из всех подобранных нами видов 19 картин, три из которых с изображением космонавта Николаева. Все остальное – город Чебоксары. Городские пейзажи, портреты чувашского сокола, открытки с космической тематикой. Все это, по словам работников почты, пользуется популярностью. Серия с видами города далеко не единственная в своем роде. Первый выпуск у нас был с почтальоном, ретро-открытка. Затем у нас были по итогам конкурса совместно с администрацией города, с управлением культуры, выбраны 12 открыток с детскими рисунками. И вот третья серия открыток – это у нас совместно с художественным музеем. 16 работ из этой серии принадлежат перу Николая Садюкова. Художник пишет картины со школьной скамьи. Городские пейзажи и образы православных церквей – то, что его вдохновляет. Когда ко мне обратились, я даже обрадовался. Это же своеобразная пропаганда наших творений через почтовые открытки. Я с удовольствием откликнулся. Открытки уже появились в продаже. Стоимость произведения искусства в миниатюре всего 10 рублей. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.